Ярким цветам посвящена и другая площадка Омской арт-резиденции, проходившая в сквере имени Дзержинского возле музея Врубеля, массовый пленэр под общим названием «Сирень». Она как раз сейчас цветет. По словам организаторов, молодые ростки, стремящиеся к солнцу, иллюстрируют саму идею арт-резиденции – дать дорогу новым талантам, показать, насколько богат ими Омск. По завершении пленэра из работ его участников создали импровизированный вернисаж возле памятника Врубелю. Мы должны создавать у себя определенную атмосферу, атмосферу культуры в городе. Не скажу, что этого не хватает, но факт, что этого надо больше делать, чтобы наши граждане видели, что город живет не только какими-то производственными буднями, но и культурой, искусством.